Всем привет, у микрофона Веля, ребятушки, хэллоуинский ивент настал в Stand Off 2, что же нам сочного и годного завезли? Во-первых, это новый временный режим выживания, мы его поюзаем сегодня, поэтому не забудь про колокольчик и подписочку, это 100%, чтобы не пропустить этот ролик. И самое сочное, самое офигенное, господи, как я кричал, чуваки, хэллоуинские паки. Вы спросите, Веля, это что, граффити? Я скажу нет, это не граффити, ребятушки, это наклейки на оружие. Я просто в восторге от них, они безумно офигенные, я это дико долго ждал. Кстати, бро, ты любишь сетевые зарубы с эпичным размахом? Тогда тебе нужно играть не только в топовые штаны, но и в легендарные корабли, которых можно скачать бесплатно по моей ссылке в описании. Если бы в игре World of Warships не было по-настоящему весело, я бы в них и не залипал. Все потому, что корабли — это не только огромный выбор военных судов любых мастей и классов, не только просторные и живописные локации, от которых реально захватывает дух, не только тактический геймплей, в котором нужно прикрывать братюню и рассчитывать на поддержку команды. Это еще и невероятно крутые тематические ивенты. Например, в период Хэллоуина можно будет схлестнуться в морском бою с силами тьмы. А грядущие обновления добавят в игру долгожданные подлодки с уникальной механикой погружения и собственным стилем боя. В общем, в кораблях вы всегда найдете что-то новое и прикольное. А если зарегать новый аккаунт по моей ссылке, то получишь еще и море бонусов. 7 дней премиум аккаунта, крейсер Аврора, 500 дублонов и 1 миллион серебра. Так, ребятушки, давайте посмотрим на новые хэллоуинские стикеры. Они называются, но это наклейки. Дамы и господа, вот они прекрасные, красивые, офигенные. Они делятся на рарки, на эпики, на легендарки и на арканы. Давайте посмотрим, какие самые здесь офигенные. Давайте пройдемся по раркам, здесь, в принципе, все понятно. Бум, там, Bloody Clown, кровавый клоун. Пусть это будет гост, но, во-первых, это какой-то, ну, презерватив. Сорян. Дальше, идем дальше. Здесь у нас мумия, прикольно, классно. Rush мне очень сильно нравится. Прям пушечный, я его точно хочу. Evil Pumpkin, понятно. Зомби, но зомби это дефолт, потому что Хэллоуин, мертвецы. Все это такое. Дальше, Дракула. Ля, вот Дракула прикольно, мне нравится. Он такой, знаете, ядовито-зеленый. Такой прям прикольный, классный. Дальше пройдемся. Гангста Пампкин, Гангста Веля, you know. Прикольный. Дальше, вот, Снот. Снот прикольный. Я хочу его выбить. Я реально хочу его выбить. Он очень красивый. Узнали? Это Веля, когда сливает в матчмейкинге. Это я. Он такой клевый. Харри Гост прикольный. Вот это пушка. Мне вообще-то мне очень нравятся фиолетовые цвета. И здесь прям 10 из 10. Фит. Фит типа ест что-то такое. Ну, тоже прикольно. Я не понял отсылку, типа фидить противников. Типа как-то так или нет. КЗ. Анти... Кемпер. Он должен быть у меня где-нибудь на АВМ, потому что не люблю, когда кемперят. Я не люблю, когда кемперят, и он будет стоять на АВМ. По красоте, если мы его выбьем. Дальше. Мэтт Бэт. Ушей. Какой красавец. Блин, хочу. Infernal School. Или скал. Мой English very good, you know? Ага. Прикольный. Он, кстати, вот изначально мне казалось, что он светится. Но, в принципе, если так, вот, знаете, покрутить, мне кажется, ну, типа, он не светится. Это просто такой эффект интересный. Дальше. Гол. Ля, я хочу этого красавца. Они все прикольные. Вот это, я вот это вот не понял. Типа, это летучая мышь, она такая, типа, ну, она какая-то странная, обдолбанная мышь, в общем. Ну, наконец-то, это Аркана. Мы пришли к Арканам. Голд. Кул, окей, типа, блин, она офигенная, я хочу ее, я хочу арканы, здесь арканы просто пушечные, ребятушки. Сколько мы сегодня будем покупать этих паков, угадайте, правильно, 50, мы прям на 50 паков замахнемся, погнали, купить, и сразу 50 на все 3000 голды. Божечки, ой, сколько их много, я в предвкушении, дамы и господа, не забудьте про свой лайк, каждый ваш лайк, подписка, колокольчик, это безумная поддержка, безумная, а еще напиши комментарий, потому что я комментарии читаю, я реально кайфую читать ваши комментарии, вы клевые чуваки, поэтому не забываем активности, поддержите Велю, погнали, господи, итак, первый Хэллоуин пак, полетел и, сразу,
Мы сразу начали с эпиков. Ля, какой красивый. Просто пушечный. Дальше летим. Хэллоуинские стикеры. И что нам падает? Нам падает Bloody Clone. Прикольный, прикольный. Немного криповый. Я надеюсь, что мне этот стикер не будет сниться в кошмарах. Я очень надеюсь, что это мне не будет сниться в кошмарах. Ну реально криповый. Антикемпер! У нас есть стикер, который пойдет на ВМ. Я влеплю это на ВМ, чуваки. Реально, я влеплю это. Прекрасно. Летим дальше. Летим дальше из... О, не-не-не-не, там легендарочка полетела, и нам выпадает обычная рарка. Бум. Хорошо. Открываем дальше. У нас сегодня 50, мать его, поков. Мэтбэт, зомби. Ладно. Открываем дальше. Я очень удивлюсь, если выпадет какой-нибудь... Оу, май гад! Фит! Прекрасный, красивый красавец! Все, я уже, знаете, вот. Каждый раз, когда выходит новая коллекция, я открываю эти коллекции и начинаю безумно радоваться, как в первый раз, вот когда я только-только зашел в стендов. Я дико радуюсь, как будто это новая игра. Окей, еще один зомби. Так, зомби, уйдите. Так, Хэллоуин стики. А ну-ка давайте что-нибудь годное. Evil Pumpkin. Окей, давай. Залетай ко мне в инвентарь. Куда-нибудь тебя наклею прикольное. Так. Где-то здесь. Ну, должны быть легендарки. Ладно, мумия. Ну, мумия тоже прикольно. Куда-нибудь залепить на Desert Eagle. Я бы залепил его на Desert Eagle, на самом деле. Почему бы и нет? Так. Крутим рулеточку. Ай-яй-яй-яй, эпик прилетел. Ну, зомби снова. Я думаю, что у меня будет армия зомби, пацаны. Армия зомби — это как армия шарков. You know? Так. Понятно. Я даже комментировать это не буду, чуваки. Открываем следующий пак. Ну, я должен выбить какую-нибудь арканочку-то сегодня. Зомби залетает. Окей, зомби будет много. Зомби будет много. Bloody Clone будет много. Бум. Отлично, безумно круто, безумно рад, эпики это круто, а вот если бы еще легендарочки, бы легендарочку какую-нибудь офигенную, и мне выпадает, в принципе, опять этот гости, ну окей, я буду это терпеть. Дальше, Мэтбэт пролетает, выпадает за Дракулу, респект, Дракула офигенный, ах, как это круто, летим дальше, ребятушки, дальше, Evil Pumpkin снова падает нам в инвентарь. А давайте попробуем побустить реально. Берем, бустим. И легкой рукой. Пух! Ай-яй, сейчас, легкой рукой. Бум! Все, легкая рука, дамы и господа. И. О, снот! Я хотел снот! О, снота у меня нету, я хочу снота, блин. Не знаю, как вы, но я вот в детстве коллекционировал эти. Как они назывались? Типа такие, типа круглые картонки. Ромаси, как они назывались? Шайбочки такие круглые. Типа, блин, коллекционировать, допустим, стики, это вообще офигенно. Это вообще пуш. Пушечка, давай, родной, залетай. Где ты, Gold Skull? Где? О, остановите на... Блин, ладно, ну, Bloody Clone. Я говорю, готовьтесь, ребяточки, что... Блин, нифига, много чего. Так, что вы говорите? Ромасика позвать? Ромасик! Вы нам нужны. Откройте нам, пожалуйста, аркану. Кто меня звал? Я и подписчики, да? Это, напишите в комментариях. Вы же его звали, да? Да, вижу. Ага, да, все, погнали, вижу. Короче, давай. Открой-ка нам, короче, пайки, и чтобы это аркана выпала. Хочу аркану, и чтобы ребятушки еще порадовались, что типа аркана. Evil Pumpkin, понятно. Погнали дальше. У меня, знаешь, вот эти вот мои бесы вырываются, такие... Окей. О, Rush. Хороший. Вот мне очень нравится Rush. Такие, знаете, блин, красивый. Прикольные цвета. Реально прикольные цвета. Он прям вообще кайфовые. Фиолетовый прям. Да, такой, знаете, типа такой голубо-сине-фиолетовый. Ой, блин, кемперы. Да что такое? Стендов такой, нравится Rush, лови еще. А вот нравится очень нравится. Вот это нравится, вот это реально нравится. Давай. Покрутим, повертим. Ну, бум, ладно, пусть будет бум, окей. Кстати, мне почему-то бум очень редко сейчас стал падать, когда вот мы начали открывать 50, получается, паков. Так. Ну, опять Rush. Ну ладно, Rush так Rush. Но он красивый. Вот если бы можно было бы крафтить, это было бы круто. Вот я бы, конечно, бы скрафтил эти наклейки. Было бы офигенно. Так, IC. О, нет! Держу себя в руках. Не отдавай меня в дурку, Ромасик. Пожалуйста, не отдавай меня в дурку, не отдавай! Итак,
Сейчас Дракула нам выпадает. Окей, окей, you know. Кстати, редко очень пролетают арканы. Что самое забавное, нам легендарки редко падают. Вот только рарки, легендарки вообще редко падают. А ты заметил, вот в первый день после релиза и в новом кейсе тоже не падали арканы? Да, заметил, бро. О, там рядом Батрайдер! Так, давай. Нам нужна аркана. Хочу золотую наклейку. Золотую наклейку. Здравствуйте, можно золотую наклейку? Бум! Бум! Хедшот! Окей. Крутим-вертим! Наклеечки! О, Хариго! Кайф! Эпик! Красивый красавец! Ух, как я плюнул. Знатно. Так, что нам выпадает? Бум. И это опять бум. Окей. Опять бумы падают. А мы открываем хэллоуинские паки. И выбиваем антикемпера. Это я, короче, это... Видишь слюнки? Да. Похоже очень. Очень похоже. Так это с меня рисовали, you know. Так, антикемпер прилетает. Снова Дракула нам залетает. Блин, ну, ребятушки, ну, редко падают легендарки даже. Наверное, это будет вообще безумный эксклюзив. Не знаю. Кстати, а вот когда пройдет хэллоуинский ивент, интересно, этот пак уберут или нет? Я думаю, да. Блин, я не хочу, чтобы этот пак убирали, блин. Я хочу, чтобы он оставался всегда. Гангста Пампкин! Кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей. Ну, мы гангста? Гангста. Давай, как гангста делают? Кей-кей-кей-кей-кей. Правильно. Мы гангста. Ставь лайк, если тоже гангста. Огромный, жирный, королевский, мощный лайк. Эвил Пампкин. Окей. Хорошо. Сколько у нас остается? Нормально. 11, короче, паков. Нормально. Сейчас все будет. И Батрайдер не долетает. Я хотел Батрайдера. Стендов. Ну дай что-нибудь, пожалуйста. Дай что-нибудь год. Ой, блин, пролетела Блади Клоун. Залетала. Мумия. Ясно. Так, ну давай, блин, уже 9 паков осталось. Ну уже арканочка какая-нибудь, пожалуйста. О! Кэк-кэк-кэк-кэк-кэк-кэк! Ну давай мы гэнгс! Кэк-кэк-кэк-кэк-кэк-кэк! Красиво! Кайф! Так, давай, Ромасик, давай, выбивай нам что-нибудь годное! О май гад! Это было... Смотри, очень много эпиков! Так, дай я какой-нибудь открою сейчас. Я хочу! Так, давайте, короче, вот это возьму. И там будет аркана инфосотка, смотрите, короче. Нет! Презерватив упал. Я, ну, чувак, вот, Роматик, ты сказал, что это похоже не на призрака, а на презерватив. Ну, а чё? Ну и похоже, да, и чё с этого, и чё с того? Бум, всё, открывай дальше. Всё. Нет, не бум. Нет, не бум, нормально, фит. You know, fit. Так. У, а, и. Зомби. Понятно. Так, 4. Давай, ты 2 пака, я 2 пака открою. Давай. Опять этот мумия. Так, сейчас выпадет. Что? Раш, гости. Обосрались. Так. Так, окей. Сейчас будет сочно, мощно, Эвил Папкин, понятно. Так, и последний. Ууу, шота, ребятюлечки. Надо по красоте сделать. Буч! Итак. Я потный, мокрый. И мне выпадает презерватив. Так, короче, смотри. Чё я хочу? Где-то здесь, помнишь, что-то я говорил, короче, что я хотел... Антикемпер. Так, давай, короче, как это сделаем. Мы, во-первых, возьмем это оружие, где оно? Вот. Наклеить. И наклеим, короче, антикемпера. Где мой антикемпер? Вон он. Да, прекрасно. Тык. Так, куда мы его наклеим? Вот сюда мы его прямо и наклеим. Прекрасно, наклеили. Так, дальше. Что можно еще заклеить прям, вот прям до жопы? Раз, до сих пор без тени. Слушай, так мы бестом не пользуемся. Давай, короче, на нест. Так, красный нест. Чего подойдет красному несту? Давай посмотрим. Может быть, Дракула? Прикольно. Бро. А прям вот здесь прикольно выглядит. Все, берем. Так, дальше. Чем? А давай, короче, еще на Treasure Hunter чем-нибудь наклеим. Так, Treasure Hunter, что у меня есть прикольного для Treasure Hunter?
Чем у меня есть прикольно? Ну, есть, вот ну этот, это у меня уже на... О, фит! Прекрасно, давай, короче, фит. Сюда. Давай. Или... сюда. Да. Прекрасно. Так, наклеили фит. И у меня есть Forest Speed. Подожди, 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 бро. Где Tech-9? Я ищу Tech-9, который у меня надет. Где? Вот он, все. Наклеить. Так, на Tech-9 что-то нужно... А, Дракула. Во-первых, Дракула. Во-первых, Дракула. А, вот сюда вот Дракула пойдет. А, дальше. Я хочу еще что-нибудь на Tech-9 наклеить. Давай посмотрим, что можно еще. А, какой-нибудь такой, зная... О, подожди, может быть, мумию? Или... Мумию, давай мумию. Ля какой. Вот сюда. Все, сюда наклеим. Прекрасно, ребятушки. Не забываем про царский, королевский лайкосик, про подписочку с колокольчиком, про комментарий. С вами был Веля, Рома Грис. Это была пушка. Офигенно, бомбически. Чекайте ссылочки в описании. Всем удачи и всем пока, ребята.